Всем привет, ребят. Ну, решил записать вам в разбросик видосик, как получить скины на здание. Покажу вам, постараюсь показать все от А до Я, потому что у нас в обнове ведут скины на здание, я вам их уже показывал. Они будут давать дополнительные какие-то прокачки, либо что-то еще пока неизвестно. Был тестовый запуск на китайке. Отложили пока время на обнову, но все в ожидании. Новый питомец будет очень интересен. Интересно, какой герой будет, что они еще придумают. Все этого очень ждут. Ну, сейчас я вам покажу, постараюсь показать. И поставлю ссылочки, уже прикреплю полную ссылку, как зайти и сделать себе скины. Код этот надо будет вводить после того, как выйдет обновление. Так, сейчас я вам открою экран. Вот, у меня тут очень много, сейчас я себя вот так вот уберу. Так, показываю, куда надо вводить, ссылочку я оставлю внизу. В общем, вот ссылка castle.igg.com, event CDK, секретный код. Сюда вы должны будете ввести код. Я отсюда получаю самоцветы себе, ввожу каждый день неограниченное количество кодов, и мне приходят бесплатные плюшки. Так, выбираете свою платформу, кто играет с iPhone, Apple Store, с Android, Google Play, возможно, кто-то с Амазона заходит, либо с Windows, не знаю, честно говоря, эти два варианта нижних я не пробовал. То есть выбираете, нажимаете, допустим, я играю на Android, выбираю версию, то есть, как видите, сколько у нас серверов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 серверов есть, то есть вы выбираете тот, на котором будете играть, можете здесь вот выбрать себе версию, чтобы был перевод, удобно, допустим, английский, окей, next жмете, здесь вы вводите свою ID-шку, то есть от аккаунта своего, ее можно посмотреть в игре, при смене, то есть IGG ID это универсальный, уникальный код вашей странички, то есть там он, я не помню сколько цифр, у меня 313, там еще что-то, ну у каждого в зависимости от того, на каком этапе у вас был создан аккаунт ваш, соответственно вы вводите свой код, то есть кто раньше там одни цифры, кто позже, вот, написано как, you can... Давайте даже не так вот сделаем русский, пусть переведет. Вот, вы можете узнать свой IGG ID в настройках в игре. Иконка шестеренка в левом нижнем углу игрового экрана. То есть все очень просто. Так, какой у нас был CDK? Сейчас я найду, у меня где-то он записан был. Первое, мы получили в акцию «Зайди и выиграй». То есть он для всех серверов одинаковый, это вот такой вот. Это первое, что было, это последние 4 цифры. А тут у нас идут первые 4, у нас сегодня написали нам EPNB. То есть вот так вот вставляете. Вот это полная версия того, какой должен быть код, и вам придет он, только надо его юзать после того, как выйдет обновление, чтобы получить скины. Он действительно, я не помню сколько, до 11 февраля. То есть у вас времени будет больше, чем достаточно. Самое главное, вот, чтобы получить этот облик на здание, вот, не профукать, вводите правильно. Ну, ID, в принципе, без разницы, какой вы ведете, кому-то другому придет. То есть можно, самое главное, на свой аккаунт его достать. В принципе, я думаю, тут проблем с этим не будет, он придет всем, кто ведет со своего аккаунта этот код. То есть код полный, я его тоже напишу в описании под видосиком, то есть ничего сложного, вот так вот. То есть я вам показал полностью, нажимаете подтвердить, и вам, соответственно, уже на вашу дишку придут эти плюшки. То есть все, что надо, это только вот этот код, зайти на страничку, ввести код, и все, и у вас будут
те скины на башне. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.